Hello, my brothers, my sisters, my blood. Welcome back. New reaction for Shaman, the presidential inauguration. I'm not sure if what is this, but I see that Shaman is there. So I want to see this video. I'm not sure if he will sing. We will see. В Кремле состоялась долгожданная инаугурация Владимира Путина, которая означала, что глава государства пробудет на высокой должности до 2030 года. Это событие стало ценным и важным днем для всей России. На инаугурации присутствовали одновременно 2500 человек, наблюдая за речью могущественного президента и его вступлением в должность. Даже не знаем, какое чувство может быть слаще торжества справедливости. Невероятно приятно было увидеть Шамана на инаугурации президента Российской Федерации, за которой следил весь мир. Сама церемония была ослепительно впечатляющей. Мы вам скажем, что у нас инаугурации проходят самым правильным образом. Some of the pictures I saw, because some of the persons that write to me usually on Telegram send me pictures on Telegram and also on Instagram. Помнится, показывали подобное мероприятие в США, но там, конечно, слезы и триумф жадности. Ни в какое помещение там никого из гостей не пускали, всех мариновали на улице. Ну ладно, хватит разглядывать это безобразие. Посмотрим, как инаугурация должна выглядеть на самом деле. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. Ну и, конечно, не забывайте про лайк. Мы продолжаем. На этом мероприятии присутствовали... Also, I don't... have the name of the channel here. I can't translate it because it's the name that is written in the corner, but you don't see the full screen. But you have the link in the description if you want to watch this video without subtitles on the screen. If you want to watch it without my pauses, I recommend to you to go on that channel directly. Не только известные звезды и общественные личности, но и другие заметные персоны. А еще вот кто был. Посмотрите на этот натюрморт. Интересно, как Киселев перенес присутствие Ярослава Дронова? Лично подойти опять духу не хватило. Познакомиться хотя бы с тем, про кого подметные брошюры выпускал. Инаугурация президента Российской Федерации прошла в Москве 7 мая. Именно в этот день певец-шаман, настоящее имя которого Ярослав Дронов, явился на церемонию. Нельзя не уважать, как артист относится к этому важному событию. С искренностью и от всей души. Прибыв в Кремль, шаман был одет в костюм с галстуком, отказавшись от привычных черных кожаных штанов. Этот необычный... But shaman always respects the events that he participates. And let's say if he goes to something like this, for sure he will always dress in a costume, he will be very elegant. I just did the reaction when he received an award from the Defense Ministry, and he was also very elegant. And on stage is different. Of course, you are an artist, you have your own type of outfit. But shaman is always sincere and humble and honest and good and every good quality. Личный образ придал его облику особый шарм, что было отмечено восторженными поклонниками, называвшими его красавчик и гордость России. Ярослав Дронов, после того, как вызвал ажиотаж своим внешним видом на приеме в Кремле, поспешно вышел на связь с журналистами. По его словам, церемония инаугурации президента России вдохновила шамана, что было заметно по его восторженным высказываниям и хорошему настроению. «Просто посмотрите, какие глаза у людей. Они просто излучают радость. Это так здорово», — сказал шаман. Кстати, шаман вчера побаловал поклонников, выложив ролик на фоне Кремля. Это действительно было очень мило с его стороны. Ведь мы с вами понимаем, что очень волнительно идти на церемонию вступления в должность главного человека в стране. Тем не менее, шаман не забыл о поклонниках и прислал им видео «Привет». Мы все помним, как Ярослав работал в качестве доверенного лица президента. Участвовал во всевозможных мероприятиях, причем безотказно. В большинстве случаев утром это была общественная работа, а вечером – выступление. Как артист выдерживал такой ритм? Дело в том, что он постоянно так трудится, и для него это... I'm not sure who is talking, but I can tell that she's also a fan of Shaman. You know, seeing Shaman there, I was thinking that I hope that in the future he will also do politics, because with his good heart, with his creativity, for sure he can be a very good politician and he can help Russia a lot. What do you think about that? Do you agree with me that
let's say, when he will be 50 to become a politician. Write me about it. Привычно. Отвечая на вопрос журналистов, Шаман отметил, что на инаугурации он впервые и всецело ощутил атмосферу праздника и подчеркнул, что глаза людей светятся счастьем. Сегодня праздник, потом праздник Великой Победы, но скоро мы будем праздновать еще одну победу, сказал Шаман. Но дело в том, что для Дронова день еще не был закончен, ведь вечером у него было выступление. Сейчас заряженным поеду на концерт в Раменское, куда, кстати говоря, тороплюсь. Поэтому я прошу прощения, вынужден откланяться, сказал Шаман. А вот какой праздничный пост выложил Шаман уже после концерта. Родные, Владимир Путин вступил в должность президента России. И судя по вашей реакции сегодня на моем сольном концерте в Раменском, это большой праздник для нас всех. А еще один праздник мы с вами отметим 9 мая, День Великой Победы. И я точно в этом уверен, что совсем скоро мы будем праздновать еще одну нашу общую победу, написал Шаман в своем телеграм-канале. Я хочу выразить... Let's pause after that we finish. And I'm sure that a lot of you saw comments that, hey, the elections in Russia were rigged. Because for a lot of the persons in this world, it's hard to understand that the Russians will vote the president that will never sell them, that will never sell their country. It's hard for a lot of people to understand that. I knew that Vladimir Putin will win, because he always had Russia's best interest in his heart and in his mind. Not like other politicians from other countries that they become presidents and the first thing that they do, they start to sell the country, to treat their people like they are goods to trade, if you know what I mean. So it's, for me, it wasn't a surprise. Также на инаугурации президента публика смогла наблюдать прибытие большого количества звезд, которые проявили свою патриотическую позицию. Вот на таких мероприятиях чувствую, как объединяется дух всех россиян. Лучший день. Сейчас воля президента нужна нам как никогда. Смотрю, и поднимается настроение, и гордость за свою страну. Написали в соцсетях свои впечатления те россияне, которые не смогли побывать на событии и увидеть величие этого мероприятия своими глазами. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте про лайк. До скорой встречи! I like the commentary. Write me about the channel. Because I don't have even the link. When I will upload the video, I will try to find the link to this channel. But as you saw, after I finished the previous reaction, I had like here the screens. And from that, I went directly to this. I hope you enjoyed it. I wish everyone to be well, to be safe, and to be free. Goodbye, my friends. This is recorded separately from the reactions, because I will use this on multiple videos. Guys, I need your support. As I said on a previous video, I have also other channels, and I want those channels to grow. One is about outdoors, survival, blah, 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 in Romanian. And the other one is my son's car collection, toy car collection. And why I want those channels to grow. And I will tell after that very fast what I need from you. I want them to grow as subscribers and some views, because this way I can do collaborations with different companies that would sponsor my channels. And I will say very fast. I sent emails and some companies replied and they said, hey, we will collaborate when you have a bigger number of subscribers and of views. That's why I need your help. And in the description, you have links to both channels. You will have for some video from each channel. And what I need from you is to go on that channel, subscribe, press the like and comment something. Hello, I subscribe. You don't have to write, I don't know what.
this is what I need from you. And of course that the persons who will do that, I will appreciate it a lot. Thank you very much. I will let you now to enjoy the reaction, and I hope that you will support me on those channels.